Восьмой месяц я живу на Балтике. Здесь не Голландия, здесь безысходная Балтика. В городе сурового климата, но этот город заслуживает внимания и одобрения, потому что, например, Владимир и Кристина со своими замечательными детьми приехали сюда не просто так, они приехали за тем, что здесь у меня лично в избытке, за красивым, хорошим, чистым воздухом. Я живу, как пел Виктор Цой, где сосны на морском берегу. Я живу в таком районе, где я выхожу из дому. Местность в центре, возле вокзала, возле кладбища, возле магазинов, возле всего-всего-всего, возле верфи, окружена еще при этом всем хвойным лесом, пахнет хвойным лесом и иногда задувает запах моря. Это мы сделаем отдельный ролик, такой ода к Гданьску, да, ода к Ну, то есть, Балтике. Гданьск, можно Ну, это сказать, на правда, это любителя, правда. но город такой. То, что здесь есть море, это хорошо. Все плохое, весь негатив он может выдуть морским ветром Да, это из правда. вас и из вашего окружения. Вот. Ну, В крайнем значит, случае есть холодная вода и пирсы. да, значит, как я сюда попал?